Официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук. Сотрудниками управления К МВД России пресечена деятельность организованной группы. Участники этой группы подозреваются в реализации мобильных телефонов с установленной вредоносной программой. Эта программа позволяла скрытно от пользователя проводить контроль телефонных разговоров, СМС-сообщений, а также фотографий и документов, хранящихся в памяти телефона. Было установлено, что эта программа устанавливалась по запросам клиентов с целью дальнейшей слежки за конкретным человеком. В противоправной деятельности подозревается три молодых человека. Это уроженцы Республики Казахстан и городов Москва и Йошкар-Олы. Каждый из них выполнял четко определенную роль. Например, первый участник принимал заказы, встречался с клиентами, а также проводил мастер-класс по установке программы. Второй дорабатывал программу и занимался ее рекламой, а третий являлся курьером. Действовали они на территории московского региона более 4 лет и за это время реализовали более 1000 мобильных телефонов с установленной шпионской программой. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил свыше 25 миллионов рублей. Оперативники установили личности подозреваемых и провели их задержание. По местам жительства фигурантов проведены обыски. В ходе этих обысков было обнаружено и изъято более 20 мобильных телефонов, 3 компьютера и флеш-накопитель с исходным кодом вредоносной программы. Возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных программ». В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.